Всім привіт! Це «Хроніки війни» з Тетяною Поповою. І сьогодні ми будемо говорити, що відбувається на фронті на 43-му дні війни з воєнним експертом Леонідом Поляковим. Леонід, доброго дня! Добрий день, Тетяна! Добрий день, зрителі! Рада вас видеть и слышать. Леонид, расскажите, в общем, сейчас, как вы оцениваете ситуацию на линии фронта? Ситуация неоднозначная. С одной стороны, очень много вещей, которые очевидны. Но это имеет свою обратную сторону в том плане, что также очевидно, что противник никак не может решиться, что ему делать дальше. Просматривается инерция в том плане, что сосредотачиваются усилия на одном-двух направлениях уже известных, мобилизуются некоторые резервы, стягивается техника, переформируется, восстанавливается боеспособность тех, кто ее потерял под Киевом, под Минском, под Черниговом и под Сумами, под Харьковом также. Вот. Но каких-то особо активных действий не наблюдается, за исключением некоторой активности в районе Изюма, со стороны Волновахи. Такая вялотекущая попытка продолжить окружение нашего контингента на территории Донбасса. Ну и огневое поражение тех анклавов наших подразделений, которые обороняются в Мариуполе. Это все вот как бы вроде бы активность, которую мы просматриваем, сдерживаем, против которой мы накапливаем, насколько это быстро возможно, резервы, огневые средства, ресурсы для того, чтобы в конце концов принять решение о разгроме противника. Вот. А противник колеблется, потому что такие действия, вот, которые он совершает, даже если он попытается на каком-то направлении резко увеличить активность, ну, прежде всего за счет массы войск, потому что большого количества ракет, большого ресурса авиации, чтобы резко увеличить удары по нашим войскам, тоже сильно не просматривается. В общем, основной момент сейчас это, объявит Россия всеобщую мобилизацию или нет. И вот это и есть те вот основные такие колебания, которые сейчас просматриваются. Тот вариант, который простыми словами называют «хочется, но колется». Потому что и для противника, в принципе, ну для военных, я не знаю, как для политического руководства там в Кремле, в бункерах, где там оно прячется. Но для военных российских, даже с учетом их, скажем, некоторой ну, средней интеллектуальной ограниченности, там, скажем, умный генерал – это скорее исключение, что нам выгодно, в принципе, чем правило. Вот. А так основная масса – это те, кто выслуживался, демонстрировал показуху и жестокость, бодро рапортовал полную готовность отдать жизнь за Путина, ну и так далее. Такие выдвигались. Настоящие профессионалы, интеллектуалы – там скорее редкость, что нам, повторюсь, выгодно. Так вот, они понимают, что объявлять всеобщую мобилизацию, это может быть себе дороже. По ряду причин. Кроме того, что на это нужно очень много времени, а мы долго ждать, наверное, не собираемся. Вот. Мы пополняем свои запасы при помощи партнеров. Продолжаем готовить отмобилизованные резервы. Вот. И нащупывать слабые места в обороне противника. То, что мы, например, просматриваем в Запорожской области и уже в Херсонской области. Да? То, что... Уже начали скрытую мобилизацию, насколько я понимаю. Они же там каких-то резервистов уже начали призывать в военкоматы. В этом то и особенность момента. Скрытая мобилизация, она не даст того количества
те сроки, которые им нужно для того, чтобы что-то серьезное предпринять. Это будет медленно. Эту скрытую мобилизацию, то тех, которых они уговорят или запугают войска, нужно будет готовить, слаживать в составе подразделений, на технике, которую, может быть, они давно забыли или вообще не знали. Это все длительное время. Вот. И в конце концов, когда они накопят, ну пусть там даже там 30, 40, даже 50 тысяч еще, то мы к этому будем уже полностью готовы, чтобы их просто уничтожать. Тем более информация поступает. Даже те, кто согласился отмобилизоваться, ну, например, чтобы из тюрьмы пораньше выйти, чтобы им простили какие-то сроки за уголовное преступление. Или те, которые вообще уже не знают, что им делать, давай пойду попробую, там, может, разживусь чем-то на войне. Такие тоже, безусловно, есть. То есть нормальные резервисты явно не торопятся идти воевать. Они... Слушайте, здесь у нас, по-моему, тоже были не совсем нормальные, а наделали они тут очень много нехороших дел. Я была и в Буче последние 3 дня, и вчера была в Бородянке. И мне вот в Бородянке один из жителей, который прожил всю оккупацию, он сказал, что вот здесь были у нас... И, значит, военные, которые были в военной форме, молодые, в основном ребята, не очень опытные, многие не знали вообще, как воевать, там, ну, чуть ли не как автомат собирать, разбирать. А вот, типа, были еще такие в черной форме, с бородами, и они их идентифицировали как кадыровцы, которые выполняли, по его словам, функции как заградотряда. Они были лучше экипированы. Они там, типа, этих ребят, которые, может, не хотели идти дальше, там, принуждали куда-то идти. Но вот мне кажется, что у России есть возможность заградотрядами заставлять людей воевать, если им будет нужно. Сомневаюсь. Ведь смотрите, в чем принципиальная разница между тем контингентом, который мы наблюдали севернее, северо-западнее и северо-восточнее Киева по Чернигову. Это была та кадровая армия, которая почти полгода, как минимум, некоторые дольше, некоторые меньше, тусовались на границе с Украиной или в России, там, в Крыму или в Белоруссии. И они проводили учения. Они были профессионально более-менее подготовлены. Вот, и они шли, в общем-то, быстро оккупировать территорию. Они предвидели свою задачу. Они были слажены, у них были командиры, они были управляемы до предпоследнего момента, когда поняли, что уже им никакой Киев не светит, они скоро будут выбиты или уничтожены. Ну и тогда они ускорили свои зверства. До этого основные зверства, ну я думаю, это подтвердит расследование, творились Росгвардией, СОБРами и так называемой спецурой, которая там проявила себя еще в Сирии, еще до этого в Чечне, для которой ничего святого нет. Вот, отмороженные, так сказать. Основная масса войск постепенно втянулась в это дело. В то время как резервисты, которые сейчас работают где-то учителями, где-то трактористами, где-то электриками, там, ассенизаторами, кем угодно, это уже семейные люди, как правило. Это уже люди, жизнь немножко повидавшие, и сломя голову, куда-то бежать вряд ли они будут. И даже беспрекословно выполнять приказ, как требует того их российские постсоветские уставы, где сохранилось требование, приказ командира, закон для подчиненного, должен быть выполнен беспрекословный срок. Вернее, точно беспрекословный срок. Вот. Они продолжают жить по этим законам. Резервисты – это немножко другое. Тем более, я попытаюсь закончить свою мысль. Те резервисты, которые где-то в Поволжье или на Урале, и те резервисты, которые в Москве и Петербурге – это разные резервисты. Обратите внимание, попробуйте найти хоть одного пленного или даже убитого москвича. А их же там миллион. Служивших москвичей там много вообще? Мне кажется, их там нет. Они же все определенного возраста, они тоже резервисты. Ну и представьте, интеллектуальный уровень, уровень, так сказать, всякого там социального обеспечения, самооценки между жителем даже Перми
и Москвы. Или, не говоря уже о каких-то там забайкальских селах, в Туве, вот, на юге России, на границе с Казахстаном. Ну, можно дальше перечислять. Даже в средней полосе, где-то там в Ульяновской области и да, москвича, и питерца. Да, в домах в Буче. Я видела, вчера лично ходила по подъездам и смотрела, как они болгарками просто вырезали двери, как они там все просто, засрано. Теперь представьте, объявили всеобщую мобилизацию, и провинция смотрит куда? На Москву. И провинция, которая, может быть, не рвется при общей мобилизации, да, идти на войну, смотрит, как москвичей не мобилизуют, например. Потому что, опять же, ну, руководство страны знает, что попробуй начинать москвичей мобилизовать, и получишь Майдан. Ну, давайте пока, так как еще нет этой мобилизации, давайте ее оставим и пройдемся все-таки по нашим точкам по границе. Потому что вот мы позавчера говорили с Арестовичем, и у него там, как всегда, все спокойно, все хорошо по всем направлениям. Херсон уже практически наш. Я хочу некоторые моменты с вами прояснить. Значит, вход из Белоруссии через Брест, да, по-моему, там вниз, как они хотели там отсекать от нас от линии снабжения и оружием, и продовольствием Запада, он все еще возможен? Там еще кто-то есть из россиян, которые готовы пойти, или никого нет? Россиян или белорусы? Ну, я так что-то сомневаюсь, что белорусы готовы были бы идти. Но вот россиян, ну, я думаю, что это все равно это будет движущая сила россиян. Там еще осталось какие-то силы? Я бы полностью исключать пока еще вот этот белорусский контингент не стал бы. Почему? Ну, потому что там есть части, которые не сильно рвутся в бой, но какую-то часть, купив, запугав, пообещав что-то, все-таки толкнуть в Украину они могут. Другой вопрос, как это... Часть, там, может быть, несколько тысяч человек будет воевать. Вот. Но главное же для россиян все-таки не столько добиться там какого-то успеха, сколько сковать, возможно, больше наших сил. Вот. Где-то подальше от Донбасса и юга Украины, в Херсонской и Запорожской областях, где они не хотят оставлять захваченные территории. Вот это их 99,9% основная задача. То есть вы думаете, что наступление быть не может, просто может быть сковывание наших войск там? Ну, под видом каких-то имитаций наступления, каких-то огневых ударов, может быть, даже будут переодеты россияне в белорусскую форму. Какие-то небольшие группы ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, в том числе и состава белорусов, потому что, по некоторым данным, все-таки единицы или небольшие группы белорусов были на нашей территории? Да, они были. Они, все белорусы, которые хотели воевать, они уже воюют в составе русской армии. Мне это тоже спикеры, даже с освобожденных сейчас территорий, они мне говорят, что были белорусы, но в российской форме. Они не смогут сыграть решающие роли. Максимум то, что они могут сделать, это сковать какую-то часть наших сил, которых нам придется держать на всякий случай, потому что оголять полностью маршруты, по которым движется помощь к нам, и те населенные пункты, и районы какие-то важные в военном отношении, вот, мы не можем, это понятно. Вот. А на большее вряд ли что-то они смогут там сделать со стороны Беларуси. Понятно. Что, пойдем дальше по часовой стрелочке? Второй вопрос. Правильно я понимаю, что дальше вот Ровенская, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская область, они тоже, в принципе, сейчас мы вышли на границы, с боями, говорить, что это просто русские сами оставили, нельзя, потому что я проехала вчера по Житомирской трассе, и там просто десятки танков, БТРов разбитых, российские, какие-то их старые окопы с этой просроченной едой. Ну, в общем, там видно, что там шли бои, и видно, что не просто так они оттуда ушли. По дороге на Бородянку просто еще больше нескольких десятков танков, это то, что видно с дороги. Причем некоторые даже были целые. Я видела, как наши военные грузили целые танки, забирали их и везли, видимо, для дальнейшего использования. То есть тут россияне отошли в этих областях, правильно? За границу. По моей приблизительной оценке, из той массы войск, которую они ввели на севере, северо-востоке, вот, Киевская, Черниговская, Сумская области,
они потеряли где-то около 2/3 и смогли вывести более-менее в боеспособном состоянии не более 1/3. То есть они потеряли технику, уничтоженную, захваченную или поврежденную. Они потеряли убитыми, ранеными, потерявшими боеспособность, пропавшими без вести, пленными из того, что они завели. Ну, если на север, то они завели где-то, наверное, 1050-60. Вот 2/3 они просто потеряли. Вот то, что они вывели, ну, 1020, может быть. И то оно требует несколько недель для того восстановления боеспособности и пополнения. Вот, так что вы видели вот именно то, что в общем плане, вот я оцениваю, как они потеряли 2/3 того, что ввели в Украину. Хорошо. Харьковская область. Я так вижу, что она продолжает в некоторых частях оставаться оккупированной. Что вы... Ну, и, а Изюм вообще взят. Насколько вообще опасен вот этот их прорыв Изюм для группировки нашей Донецка-Луга, ну, в зоне ООС, собственно? Он опасен в каком плане? Я уверен, что полностью достигнуть своих целей окружения и уничтожения нашей группировки в районе операции Объединенных сил они не смогут. Но за счет сосредоточения значительного превосходства в численности на этом направлении, когда нам будет просто нужно больше времени для того, чтобы уничтожать эту численность, вот. И, соответственно, мы можем понести больше потерь. Там события могут затянуться. По-простому, они попробуют завалить трупами вот, вот это направление. Изюм, Барвенково, Волноваха. Попробуют. Я думаю, что вот, когда мы говорим об их инерции, именно об этом же идет речь. Теоретически, какой-то сюрприз они могут попытаться сделать, ну, например, проимитировать, вроде они идут на Славянск, там, пытаясь захватить Барвенково, там, ну, в том направлении, на юг. Вот. Но при этом бросят какую-то группировку на Харьков, и там завяжутся бои. Опять же, я сомневаюсь, что это даст им какой-то окончательный результат, кроме как увеличение потерь с обоих сторон и затяжки времени. А в это же время их экономика продолжает падение вниз. И чем дальше, тем больше. Ведь буквально на днях приняли решение, что как можно скорее уже отказываться от их... Да-да-да. Про экономику мы понимаем. Но я бы хотела, если можно, все-таки на военных ситуациях. Я слышала, что также на Северодонецк они там, идет какое-то окружение с Луганской стороны, да? Они почти весь восток Луганской области захватили. И Северодонецк под ударом, и со стороны Попасной тоже они вот двигаются. Что там происходит, если вы в курсе, по Луганской области? Ну, насколько я понимаю, там происходит действие тактического уровня, когда они пытаются наступать на рубежное, а мы их отбрасываем контратаками, носим поражение. Ничего существенного, по крайней мере, по состоянию на вчера, в плане изменений не произошло, кроме некоторой, так сказать, большей активности вот на той дуге, которая связывает Изюм с Волноваха, если так условно, с зигзагами. То есть они хотят замкнуть сразу же с Харьковской области, условно говоря, с Донецкой всю группировку там. Да, они храбрились и заявляли это даже до начала войны. Что они, когда вот их дума признала субъектность так называемых республик, именно в границах они хотели выйти на границы, и вот это их попытка выйти на границы. Уже, и там, выдать это как победу. Некоторые борзые российские аналитики начали говорить о том, что вот они сейчас окружат, вот они сейчас разгромят. Ну вот уже 42-й день они пытаются окружить, разгромить. И им это не удастся. Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы этому воспрепятствовать. Даже если они вдруг поднимут всю свою авиацию и запустят одновременно все свои ракеты, которых у них осталось не так уж и много. Мы все равно выстоим, мы все равно их уничтожим.
Они тянут время, потому что, как я уже сказал, генералы не верят уже в победу, но боятся своего начальства и вынуждены имитировать какие-то действия. А военно-политическое руководство ищет выход разными путями. Даже я допускаю сепаратные переговоры, даже какие-то обещания, продолжая шантаж оружием массового поражения, продолжая шантаж в том плане, что, ну вот, если вы сейчас не пообещаете приостановить санкции или снять какую-то часть санкций, то мы продолжим разрушать Украину вот, до последнего, и вы потом потратите больше денег на восстановление, на план Я Маршалла. Я поняла. Извините, можно еще раз дальше пройти? Мы еще не всю Украину прошли. Мариуполь. Что сейчас с Мариуполем? Как вы оцениваете шансы удержаться той группировки, которая там осталась, да, в части Мариуполя, и ее деблокировку? Я не имею доступа к конкретной обстановке. Из той информации, которая есть в открытых источниках, как я понимаю, что основная часть наших защитников имеет достаточно и ресурсов, и достаточно защищена для того, чтобы, по крайней мере, еще месяц не быть разгромлены и не сдаться, что бы там ни происходило. То есть дождаться деблокирования. Угу. Появилась какая-то информация, по крайней мере, Юрий Бутусов об этом вскользь сказал вчера в интервью, что какое-то из наших подразделений морской пехоты, когда у него закончились просто боеприпасы, вынуждены были сдаться. Тем не менее, эта информация официально не была пока подтверждена. Я вижу в этом, конечно, огорчительный, но все-таки только эпизод, фрагмент в обороне Мариуполя. А основная часть обороняющихся наших национальных гвардейцев, морской пехоты и пограничников, и верной части национальной полиции, они еще довольно долго смогут продержаться, и я очень надеюсь, что мы сможем принять адекватное решение для деблокирования. Угу. Понятно. Хорошо. Вот позавчера Арестович мне в интервью сказал, что вот Херсон уже практически русские подготовили к сдаче. И сегодня появилась какая-то информация, что на правом берегу Днепра они там в какой-то очень сложной вообще ситуации. И что происходит вообще вот в Херсонской области, по вашей оценке? Ну, я думаю, Арестовичу можно верить. В плане, по крайней мере, той обстановки, которая сложилась в районе Херсона, несмотря на некоторые трудности, которые мы испытываем по некоторым направлениям, помните, когда активность была со стороны этих агрессивных орков в сторону Николаева, Вознесенска, нам пришлось разрушить некоторые мосты там, через водные преграды. Теперь, конечно, они затрудняют наше продвижение, но, тем не менее, у нас там достаточно разведывательной информации, средств огневого поражения и решимости для того, чтобы противника сбросить в Днепр, то есть выбить с правобережья, что в последнюю неделю мы каждый день потихонечку и делаем. И если Арестович говорит, что есть сведения о подготовке к сдаче Херсона, я думаю, они соответствуют действительности. Хорошо, а тогда как же вот эта мечта российского руководства и пропаганды о том, что вот наш коридор на Крым и вообще вся Восточная Украина, ну вот это Новороссия, да? Как же с этим быть? Вы считаете, что Восточная Украина им не достанется и коридор на Крым даже они не смогут удержать? Но опять же, нам выгодно то, что по идеологическим, мифологическим и прочим там, причинам наш противник постоянно выдает желаемое за действительное. Мы это наблюдали в 2014 году, и в 2015, все эти 8 лет, и сейчас, в принципе, наблюдаем то же самое. И сама суть их режима, их системы управления такова, что им все время нужно демонстрировать там какие-то поднятия флагов, какие-то показухи. Вот. Нам это выгодно. И продолжая делать то же самое, ну, они нам каким-то способом помогают, облегчают работу.
Ведь Новороссия же у них была от Харькова до Одессы, да, и Днепр, и Запорожье, и так далее. Сейчас это вроде бы как совсем другая Новороссия, но они это не уточняют. Вот. Сейчас самая, по их мнению, реалистичная надежда это, для них это взять Мариуполь и удержать позиции в Запорожской области под, ну, по побережью Азовского моря, от Энергодара до Армянска, скажем так, в Крыму, где-то, ну, это по левому берегу Днепра через... Ну, коридор в Крым, то, что они называют. Ну, да. Тут, давайте называть коротко, действительно, это коридором Крым. Вот это максимум, на что они теоретически, как они верят, могут надеяться, и там они будут сосредоточенные усилия. Для этого Херсон им, ну, чисто в таком практическом плане, наверное, не очень нужен. Вот. В идеологическом они могут объявить Херсоном то, что находится, ну, та часть Херсона, бывший Цюрюпинск, сейчас это, напомните, новое название. По-моему, ну, там, Цюрюпинск. Где они путались, искали Цюрюпинск, когда на карте уже давно это название изменили. Ну, сейчас, к сожалению, быстро не могу вспомнить. Ну, неважно. То есть они назовут Херсоном другую часть. Как я думаю, они рассказывали, что Буча и Ирпень – это уже Киев. Ну, там да. Были такие какие-то фразы. Ведь, что у них остается? У них остается только одно – заблокировать теперь еще и YouTube. И тогда их население, ну, по крайней мере, 90%, кроме ящика и слухов, ничего больше иметь не будет. Да даже то, что мы можем им по телефонным линиям, ведь... Мобильные телефоны они вряд ли пособирают население. Мы тоже же можем проводить информационно-психологические операции. Ну, да, да, давайте. Я хотела, если можно, все-таки вернуться к военным вопросам. Вот мне пишут зрители, подсказывают в чате, Олежки они говорят. Но мне казалось, спасибо, Олежки большое. Это да. Южнее я туда. Прошу прощения у жителей Олежек, что не смог сразу вспомнить, как теперь называется этот населенный пункт. Давно уже там не было, к сожалению. Видите, зрители нам подсказали. И правильно я понимаю, что по Одессе пока максимум они могут наносить ракетные обстрелы и больше ничего? Да, могут. Нам нужно только усиливать противовоздушную противоракетную оборону и сбивать как можно больше. Нам нужно как можно скорее освоить британские гарпуны в дополнение к нашим «Нептунам», чтобы они уже не приближались к Одессе. Понятно, что десант высадить, мне кажется, уже у них никаких возможностей нет. Насколько я знаю, ту морскую пехоту, как они там дважды болтали под Одессой, они уже утилизировали успешно на территории Украины. Вот. Угу. Так что, мне кажется, десант уже не грозит, только обстрелы. Это, конечно, нам облегчает задачу. Хотя одесситам, наверное, нет, потому что ущерб они будут наносить и дальше. Ну да, естественно. Причем они, я вижу, вот проехав по всем городам Киевской области, что и потому, что я слышу об обстрелах, принципиальная попытка разрушить инфраструктурные объекты, фабрики, заводы какие-то, которые там печенье Орео производили, просто полностью расстреляны. Нефтебазы расстреляны, заправки расстреляны. Ну, продуктовые магазины полностью расстреляны, прям вот, ну, целенаправленным огнем. А, знаете, еще хотела вас спросить такую вещь, она меня вчера очень сильно в Бородянке поразила, потому что я разговаривала там с несколькими местными людьми, кто пережил там, у кого дом этот, ну, провалил, там дома просто провалены, если вы видели, такие полностью, все 7 этажей сложены, причем, к сожалению, на людей, которые находились там в подвалах, прятались. То есть прям целенаправленно эти большие дома разрушены, потому что Бородянка сопротивлялась, и тероборона Бородянки сопротивлялась, и они в отместку вот решили так показательно авиаударами, как я поняла из слов местных жителей, разрушить вот эти высокие дома. Вопрос такой, они говорят, я вижу, видела в городе порядка 100 расстрелянных машин гражданских. Много русских танков разбитых, но и есть машины гражданских. Расстрелянные в упор, прям видно, что там в лобовое стекло выпущено 10-20 пуль.
Местные жители, с которыми мы разговаривали и брали интервью, завтра мы покажем это интервью. Просто очень тяжелые программы такие выездные, и мне нужно время на монтаж и подготовку к тому, чтобы говорить, объяснять вам, что там происходило нашим зрителям. И местные жители говорили, что они видели, как прям стреляли людям там, на улице, вот просто расстреливали людей. Но при этом я спрашиваю полицию, я спрашиваю местных жителей, а вот такого, как в Ирпене и в Буче, когда трупы на улице местных, их нет, они исчезли. Это кремату, это, то есть у них было там время зачистить территорию, да, и они зачищали. Это вот эти крематории передвижные, которые они с собой возили, они пытаются скрыть. Что это? Я допускаю, но такой информации у меня нет, и есть пока некоторые сомнения. Дело в том, что Бородянка была транзитным пунктом, в принципе. Как бы узел дорог, да, там был какой-то контингент, скажем так, гарнизон, там, что там было, какие-то, может быть, базы сосредоточения боеприпасов, каких-то ресурсов. Но масса войск, которая собиралась наступать на Киев, она же была сосредоточена в этом поясе. Mm. Вот, начиная от Выжгорода и туда через Бучу, Ворзель, Гостомель, Ирпень. Да? Ну и попытка чуть-чуть дальше продвинуться, которую мы остановили. Они же все были сосредоточены там. Некоторое время они пытались атаковать, преодолевать речку Ирпень, помните, это буквально там где-то первые... Да, я понимаю. Максимум 2-3 недели. Вот. Там, туда же были сосредоточены все подразделения, не только боевые подразделения, но и Росгвардия для зачистки, ну и спецназ для ДРГ, ну и огневые средства. Они все максимально, я думаю, процентов там, на 78 были сосредоточены в этом поясе. То есть эти населенные пункты, они буквально кишели. В отличие от Бородянки, которая играла почти все время какую-то вспомогательную роль, обеспечивающую. То есть несли потери, опять же, агрессор не в Бородянке, а на линии соприкосновения. Не, я понимаю, я не спрашиваю про трупы российских десантников, я понимаю, что они в Гостомеле. Или там где-то в районе Бучи и Ирпеня. Я говорю о том, что 100 расстрелянных машин, стоящих на улице Бородянки, означают как минимум 100 застреленных гражданских. Но их нигде нет. Я спрашивала полицию. К моменту прибытия туда полиции их уже там не было. Но они же зашли туда 2-го, там где-то в районе 2 марта были вот эти страшные обстрелы. И, по-моему, уже до 8 марта они зашли. Вы думаете, что они просто зачищали сразу, потому что там были кадыровцы эти, которые, наверное, знают, как это делать, я не знаю. Ну, что значит знают? Они просто проявляют звериную жестокость, роют ямы, закапывают или заставляют наших же жителей копать ямы, потом их расстреливают в этих ямах. То, что делали нацисты, они изобрести особо, даже те же крематории, чем они отличаются от... Бухенвальда, Освенцим и так далее. Только мобильностью. Вот. Ничего нового они еще не придумали. Что там именно происходило, следствие покажет. Но опять же, значительная часть вот этих звериных реакций – это в отместку на потери. Они нашим войскам ничего не были способны делать и отыгрывались на наших гражданах, которых не встречали с цветами и которые не спешили как-то им помогать, их обслуживать, то, что им хочется. Вот. То есть они тупо отыгрывались на нашем населении, и именно вот в этих городках. Что они, было в Бородянке? Мне одна местная жительница небольшого села под Бородянкой, она мне рассказала такую историю, что они у них в деревне не стояли, они стояли чуть там поодаль, где-то в лесу. Но они пришли в деревню и сказали: смотрите, если от вас полетит там хоть один коктейль Молотова, или там с вашей деревни выстрелят по нам инлавом или джавелином, или стугной, один горящий танк, короче, и мы просто сносим вашу деревню полностью с лица земли. Ну, это в общем-то, типичное предупреждение, которое характерно не только для этой войны, и для многих предыдущих войн. У меня реально на тактическом уровне был в Афганистане.
Там взаимодействие с местным населением тоже играло очень важную роль. И те мои заставы, которые находились вблизи кишлаков, в общем-то, мы с ними поддерживали добрососедские, дружеские отношения. Они понимали, что мы им как-то можем помочь. Мы им позволяли снабжение водой, делились какими-то съестными припасами, вот, иногда горючим. Там, с одной из моих застав провели в кишлак электричество. Они нам подбрасывали разведданные, предупреждали о том, что в кишлак собираются заходить душманы. Это было такое, ну, скажем так, человеческое взаимодействие. И то, что то подразделение, которое не стало гнобить нашу деревню, а разместилось поодаль и так далее, значит, там еще хоть что-то человеческое сохранилось. Хотя, действительно, если бы со стороны деревни был открыт огонь, они бы, не раздумывая, сожгли бы эту деревню. Ну, в принципе, на Черниговщине, если вы почитаете историю партизанского движения, даже советского, то в том числе и советские партизаны иногда не гребовали тем, что, ну, вспомните даже ту же Зою Космодемьянскую, специально провоцировали, скажем, немцев или венгров, венгерские войска там стояли, в Черниговщине, в частности, сателлиты нацистов во время Второй мировой войны, провоцировали, значит, открытие огня. Вот. В ответ были карательные акции, и уничтожалось наше население, а партизаны, даже если могли, не всегда помогали и выручали наше население, чтобы потом показать зверство фашистов и так мотивировать, значит, на борьбу с ними. Там не все так было черное-белое, как советская пропаганда после войны показывала. Ну, это естественно. Еще, если можно, я хотела спросить по новому оружию, которое нам предоставляют. Вот после Бучи сразу же несколько стран заявило о том, что они там теперь начнут поставлять тяжелое вооружение. Из того, что уже есть в прессе, и не рассказывайте мне какие-то государственные тайны, которые вы там случайно узнали. Скажите то, что есть в прессе. Из того, что есть в прессе, какие виды вооружений, которые вот нам сейчас пообещали поставлять, вы считаете наиболее, ну, эффективными? Из того, что нам не хватало, например, а теперь у нас появится. Ну, прежде всего, я хотел бы все-таки остановиться на том факте изменения, ну, скажем, в сторону ускорения желания наших партнеров по поставкам, потому что, в конце концов, до них начало доходить то, что многие, и я в том числе по своим связям и в Соединенных Штатах, и в Британии, и в многих других странах, постоянно повторял тем, кто комментирует их на телевидении. Есть прямая непосредственная связь между количеством наших жертв и разрушений и вашей помощью. Чем дольше вы будете думать над поставками серьезных вооружений, тем больше будет убито наших детей, жен, матерей, тем больше будет разрушено больниц, домов. И в конце концов, несмотря на всю эту либеральную в некоторых случаях вялость, вот, конечно, был бы сейчас Черчилль, это все было бы, или та же Тэтчер, все происходило немножко быстрее. Но имеем то, что имеем, и слава Богу, хоть это имеем, нужно благодарить. Вот. Из серьезных вещей, это то, что начала поступать, в конце концов, бронетехника. Меньше, чем нам нужно, но начала поступать. Нужно будет очень быстро ее адаптировать, скажем так, ну, если танки, то навешивать динамическую активную защиту, то, что у нас, в принципе, есть возможность. Если БМП, ну, тоже в подразделении, там, где они будут и огневыми, и транспортными средствами, это все нужно. Это один важный момент. Более мощные, по сравнению со «Стингером», средства противовоздушной обороны. «Старстрик» — это уже в полтора раза более мощное средство. Я надеюсь, по советским системам, ну, типа ОСА, БУК, С-125, С-300, я просто называю те системы среднего и дальнего радиуса действия,
который позволяет не только с плеча стрелять вдогонку самолету там, или вертолету, вот, но и поражать его на дальности, невидимой для стрелка. Тот же БУК, например, уже позволяет на 15-20 километров поражать самолеты и вертолеты противника, когда они еще не долетели до Мариуполя, или до Северодонецка, или до Изюма. Вот. Не говоря уже об С-300, который тоже есть во многих странах и Европы, и Африки, еще в некоторых местах. Можно еще и до Индонезии добраться. Вот. То, что не называется из мощных средств поражения, тоже есть, и там тоже могли бы быть поставки. Ну, как вы говорите, нежелательно называть, вот, но если брать весь перечень ударных средств, то нам могут помочь многим. Чем именно помогает? Ну, нужно спросить у тех ребят, которые в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, в УКСПЦ-экспорте, в наших посольствах за рубежом работают над тем, чтобы... Они не смогут нам, скорее всего, ответить, пока война не будет выиграна, я думаю. Безусловно. Ну, поэтому и мы не можем называть только то, что в открытой информации прошло. Вот. Есть такие модные технологические вещи, вот дроны камикадзе, да, вот, которые очень серьезное средство, позволяет по сравнению с тем же «Джавелином» в 10 раз на большую дальность поражать как танки, так и пункты управления, вот, и другие средства. Но та цифра, которая была названа, 100, я бы сказал... Да, это ни о чем, насколько я понимаю. И, безусловно, такие средства нам нужны сотнями для того, чтобы во взаимодействии с бронетехникой прорвать узлы обороны противника, деблокировать Мариуполь, там, отбиваться со стороны Северодонецка. Скажите, а вот чем могут быть достигнуты вот эти корабли российские в Черном море, или там подводные лодки даже, которые стреляют по нашим мирным городам этими калибрами? Что для этого нужно? Вот, какой вид вооружения может помочь закончить эти расстрелы мирных городов? Ну, все думают, наверное, о противокорабельных ракетах. Вот. У нас много говорилось о «Нептуне», но информация о его применении пока, я так понимаю, ограничена. Помните, да, крылатая ракета «Нептун»? Угу, да. Но она же, по-моему, она не добьет там до Севастополя, условно говоря. Если они стоят в акватории Черного моря, где-то со стороны Севастополя, оттуда 500, давайте, тысяча да, километров по нам стреляют. Давайте эту информацию обсуждать не будем. Добьет, не добьет, это время покажет. Гарпун, Британия вроде бы озвучила, что обсуждается такая возможность. Тоже хорошее средство. Но авиация могла бы еще и лучше решить эту проблему. Ведь авиация может подлететь с любого направления на бреющем полете. В некоторых условиях противнику невозможно будет радарами ее засечь, вот, и сделать пуск из гораздо более близкого расстояния различными средствами. Если нам, опять же, все-таки удастся с партнерами решить этот вопрос, то мы их достанем где угодно. Если надо будет, и в Москве достанем. Понятно. Дякую вам, Леоніде. Нагадаю, що це були хроніки війни з Тетяною Поповою, і ми обговорювали, що відбувається на фронті на 43-му дні війни з воєнним експертом Леонідом Поляковим. Дивіться нас кожного дня, підписуйтеся на нас, ставте лайки. Побачимося завтра.